Я гражданин России, великой героической страны. Сегодня для вас, ребята, важный день в жизни, получение паспорта великой страны, как уже было сказано, страны-победителя. Я не сомневаюсь, что вы добились очень многого, но вы должны понимать, что паспорт гражданина нашей страны – это не только права, но и обязанности. Мы надеемся на вас, что вы выберете правильный и достойный путь. Поздравляю вас с получением паспорта. В добрый путь! Мы не знаем, кем вы станете. Может быть, заслуженными хирургами, как наши земляки Райхман, Зверев, Власов. Может быть, заслуженным деятелем культуры, как Алла Георгиевна Орлова, которая находится в этом зале. Может быть, вы станете великими спортсменами, как наши земляки Эпштейн, Каменский, Ларионов. Может быть, станете героем России, как Сергей Богдан, наш земляк. Но самое главное, что вот эти фамилии – это наши земляки, которыми мы все гордимся, и не только мы. Этими фамилиями гордится вся область, страна и даже мировое сообщество. А вот для того, чтобы стать и прославлять своей фамилией, а я уверен, так и будет, наш родной округ, округ Воскресенск, для этого надо немного учиться, дерзать и стремиться. Поэтому я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с праздником вручения паспорта.